Мы находимся сейчас на месте взрыва, который произошел около редакционного здания телецентра. Судя по всему, по нашему неквалифицированному мнению, это СВУ. Кто-то подбросил его под стены. Мы здесь находимся четвертые сутки. Ну, работаем, понятно, ситуация ясная. Вот, вынесло... Отойдите от здания. Падает, отойдите от здания. Падает, вынесло вон все окна, включая четвертый этаж в редакционном здании. Ну, я не знаю, что еще сказать. Ну, видимо, есть какие-то диверсанты в городе. Что это, акция устрашения, непонятно.